Всем привет. Не потому, что не хватает денег там, или зачастую слишком крупные, и не бывает мелких денег, но для того, чтобы вскрывать тележки, понадобится 51-миллиметровый вот такой вот зажим. Я уже отпустил два края для того, чтобы сделать ключ универсальный. Зачем отпускал? Потому что пружинка сама по себе сталь хрупкая, и лучше ее отпустить, дабы она не лопнула у вас. Как отпускать? Да элементарно. На огне раскалить до красна и дать остыть. Просто остыть, не охлаждая. Далее, что мы делаем? Загиб. Вот такой. И здесь делаем такой же самый загиб. Так. Ну, это по большей части для красоты будет у нас использоваться. Для того, чтобы сделать кольцо. Кольцо для ключей. Вот наше готовое кольцо практически. Осталось только выровнять все это дело. Ну и, соответственно, соединить. Соединить мы можем, спаяв всю эту конструкцию между собой. У нас получится довольно-таки красивая открывалка для тележек. В принципе, ничего особо изобретать не надо, можно с собой таскать просто его. Можно просто здесь откусить и смотать две ручки вместе, как я делал на экспериментальном образце. Для того, чтобы проверить. Выглядело это следующим образом. Вещь многофункциональная. Ей можно не только вскрывать тележки, но еще вызывать лифт, нажимать на кнопки. Так что, в принципе, это более уже такой адаптированный и компактный вариант будет. Сейчас я его спаяю. И все. Так, пока паяльник нагревается, нужно немного подзачистить место пайки. Потому как после отпуска создается небольшой налет. Обычным маленьким соединили. Надо немножечко выровнять. Ну, в принципе, нормально. Все вот эти вот манипуляции и доработки можно и не делать, можно сделать все намного проще, если просто вам не нужно будет это куда-то подвешивать.
Кстати, здесь можно прибегнуть к пайке кислотой. Так. Берем немножечко кислоты. Прокапываем все это дело хорошенечко. В данной ситуации лучше пропаять, чтобы крепче держало, так как пружинка имеет свое давление. Пропаяли с двух сторон. Лишнее пока уберем. Ну и соответственно нам нужно, чтобы попало и сюда. Поэтому паяльник нужно будет еще сильнее разогреть, набрать побольше. Ну вот, и теперь никакими частями рвать ничего не будет. Такой вот франкенштейн получился. Надо его теперь только зачистить, и можно будет вешать на ключи. Держать, я думаю, он будет очень хорошо припой. И эта вся наша конструкция не разъедется. Дадим немножко остыть. И вперед! Делайте свои ключи. Делайте так, как вам захочется.